Кнопка бабло во ВКонтакте. Как вы думаете, есть ли такая кнопка, нажав на которую вы действительно сможете заработать? И да, эта кнопка есть. И в сегодняшнем видео я вам расскажу несколько механик, как без рекламного бюджета вы можете получить свои первые продажи, и возможно этих продаж будет даже очень и очень много. Первое, это клипы. Ребята, если вы еще не делаете клипы во ВКонтакте, то прямо сейчас смело можете брать телефон и бежать начинать снимать. Почему? Потому что сняв буквально пару-тройку клипов, если вы этого никогда не делали, вы сможете получить свои первые продажи. Клипы показываются не только вашей аудитории, личной странице или вашей группе. Они точно так же могут попадать в рекомендации. Шансов, конечно, не так, чтобы много, но поверьте, когда я начинал искать заказчиков на свои услуги, просто буквально с трех видео меня завалили заявками. То есть я реально с видео получил трех клиентов, которые мне платили 40 тысяч рублей в месяц. Поэтому клипы работают. Второе, это написать хороший продающий пост. Поверьте, если вы уже делаете какие-то посты, это все здорово, классно, но что вы там продаете? Давайте будем честны, у вас нет нормального шаблона продающего поста. Кстати, эти посты мы будем писать на бесплатном курсе во ВКонтакте, ссылочка внизу, регистрируйтесь. Так вот, что же там написать? Смотрите, все очень просто. Вы должны описать боли и проблемы человека, рассказать, как вы можете им помочь с решением этой боли. Да, это не только касается услуг терапевта, который лечит боли, но это будет касаться абсолютно всего. Любых товаров, любых услуг, любого инфобизнеса. Просто напишите этот хороший пост. И самое главное, куда же выставить этот пост? Попробуйте его выставить не только к себе в группу, где у вас так себе с охватами, а попробуйте выложить его на личную страницу. Вы знаете, Игорь Манн, это один из топовых маркетологов, говорит, что если ваш сосед не знает, чем вы занимаетесь, ну, так себе вы маркетолог. Поэтому расскажите на всех своих площадках, даже если там всего 200 подписчиков. Поверьте, так можно получить первых клиентов. Третье, это сторис. И да, ребята, в ВК есть сторис. И если вы подписаны на мое сообщество, ссылочка на которую есть в описании, то я уверен, что вы когда-то смотрели мои сторис. Да, в пабликах сторис смотрят так себе. Это связано с ранжированием этих сторис вверху самого приложения. Но их смотрят, ребята. А особенно их смотрят с личных страниц. Поэтому ваша главная задача это написать первую сторис и сделать эту сторис действительно хорошей продающей. А где же взять шаблон этой продающей? Да вы же уже пост написали. Вот прям по этому посту разложите сторис лайн и сделайте несколько сторис. Даже если вас посмотрит там 50-100 человек, ну, вроде мало. Ну, вы просто представьте 50 человек. Если прямо сейчас ко мне в студию поставить 50 человек, здесь, наверное, будет не продохнуть. Поэтому снимите сторис и попробуйте. Возможно, вы что-то продадите. И да, вроде надо что-то делать. А где же та самая кнопка? Ребята, про эту кнопку будет в самом конце. И ее найдут только самые успешные люди, которые смотрят видео до конца. А мы с вами идем дальше. Что же все-таки людям предлагать, когда мы будем писать сторис? Когда мы будем писать свой текст, да, то есть что им предложить? Ребята, вы должны подумать свою воронку. Предложите им какой-то лид-магнит. То есть не надо делать пост типа «Меня зовут Павел, я продаю кимоно, заходи покупай». Ну привет, классно, здорово, конечно, но поверьте, вам никто не напишет. Придумайте какой-то лид-магнит, то есть какую-то часть воронки, то есть как, вот упростить вход в эту воронку. Занимаешься карате? Напиши мне, я тебе расскажу, какой у тебя должен быть там кимоно. Напиши мне, я тебе расскажу там что-то полезное, понимаете? То есть сам самый простой пример. Я вам говорю, ребята, у нас бесплатный курс, ссылка в описании. И вот бесплатный курс, это лид-магнит, это 10-дневный классный курс, поэтому записывайтесь. Четвертое. Ребята, есть такие паблики, которые называются по бартеру. У вас есть какие-то свои региональные паблики. И поверьте, даже там можно получать своих клиентов. У нас был один успешный кейс, когда в сообществе по бартеру человек продавал на сотни тысяч рублей. То есть он просто писал, я занимаюсь вот этим самым, по бартеру могу провести бесплатную консультацию. И люди ему писали. Люди ему писали, конечно, предлагали что-то взамен, но давайте будем честны. Если он нормально продавал на этой консультации, то ему этот бартер нафиг не нужен был, понимаете? Поэтому просто разместите информацию о себе в региональных пабликах, напишите это в комментах, напишите в всяких сообществах по бартеру и так далее. Это работает, тем более без денег. Ну что, пятое, где же та самая кнопка бабло? Как получить реально продажи, особенно если у вас есть сообщество? Ребятки, прямо то, что я сейчас расскажу, это реально крутая штука. Вы должны установить к себе в паблик, в группу приложение, которое называется Sendler. И зайдя в этот Sendler, управляя рассылками, вы сможете создать свою первую рассылку. Но на нее же никто не подписался, казалось бы. Но, ребята, если вам хоть кто-то когда-то писал сообщение сообщества, этому человеку мы можем отправлять сообщение. То есть представьте, у вас есть группа, в которой 1000 человек, и вам за период всего года несколько человек писали, интересовались и так далее. И вот
ваша задача просто сделать для них рассылку. Заходим, создаем рассылку, смотрим, опа, внизу есть какая-то циферка. И это цифра тех людей, кто открыл личку специально для вас. Мы пишем тот же самый пост, что вы продаете. Вы можете их пригласить на бесплатную консультацию, на дегустацию, на что угодно. Можете просто предложить им хорошую скидку. То есть у нас в бизнесе это работает прям постоянно и очень хорошо. Мы просто берем всю базу, говорим, друзья, только сегодня 20% скидка. Да, с одной стороны мы даем скидку, с другой стороны мы не тратимся на рекламу. Поэтому кнопка бабло, оно существует. Не забывайте записываться на бесплатный курс. Всем пока!